Здравствуйте, друзья! Вы видите, что за чисто символическую сумму в 2300 долларов продается вот такая машина, которая натурально трясет человека. Вот так она. Вот она так трясет. Вот. И по идее, значит, тряся человека, оно заставляет мышцы его работать, да? Идея такая? Вот, и он ой, как бы худеет. Очень интересное ощущение, слушай. Вот, говорит, за 12 минут 90% твоих мышц, значит, раскочегарят. И это хорошо пишут для кровеобмена, такого, как сказать, circulation. Да, значит, обезболивание, вес. И вообще в целом так все хорошо. Очень странное ощущение. Друзья, я вибрирую. They used to make those with a belt back in the 60s. Yeah? Do you remember that? No. It went around your waist, you would stand there and it would tickle your back. Yes, I remember that one. Yes. Did it work? No. No, I think it's one of those useless medical devices. Вот так вот Миша трясёт. Сейчас у меня штаны выпадут. Женщина говорит, что в 60-е делали такие вибрирующие штучки, которые на талию надевали. Да. И, по-моему, даже в СССР что-то было такое. Нет, у меня нас уже здесь мы покупали. Но действительно, такое ощущение, что штаны сейчас точно упадут. Ты поддерживаешь штаны. Помимо, не трясти камеру, значит, помимо того, что тут написано, что вот это вот циркуляция крови, там, боль, с весом и так далее, это еще хорошо для тех, кто не может, допустим, ну, может быть, я не знаю, как у молодых с этим, вот, а в принципе, для тех, кто не может сходить нормально, и так его вытрясет туда. Вот, это... ты пока что, у тебя нету ремня, ты пока что штаны не потеряешь. Я пока что без ремня, но меня не безумно трясет. Ну, конечно, я, да. Я не понял, что я должен с этого поиметь. Как какое-то ощущение. Вообще у тебя нижняя часть очень сильно трясется. Трясется, да. Ты можешь меня обойти со всех сторон. Это я не стесняюсь. Пожалуйста, друзья, смотрите, как трясут. Слушай, трясется именно попа, верхняя часть у тебя не трясется. А? Да. Руки вообще не трясутся. Руки не трясутся. Ну, потому что ты держишься руками. Ты держишься руками. Могу не держаться руками. Это чтобы пульс, оно, это электроды все. Это электроды, они сюда должны что-то показывать. Калории, слушай, оказывается, я калории жру. Да ты что? Да. Но пока что за все время 7 калорий измерял. Немного. Нет. Вот они калории, вот они. Вот вытряхивают, друзья, калории вытряхивают вместе с лишним. Я понял, почему лишний вес уходит. Сразу он так и уходит. Даже известно куда. Но я уже это выключу, да? В общем, друзья, век живи, век трясись. Трясись. Да.